Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Давно мы с вами не ходили в магазин Fix Price, как раз сегодня туда и отправимся. Магазин Fix Price, в котором я была, находится по адресу город Саратов, улица Пензенская. Начнем сразу с самых интересных новинок. Нашла вот такую полку, красивую, она комбинированная, сделана из углеродистой стали, а полочка и ручки выполнены из дерева. Подойдет для организации хранения пространства на столешнице, на кухне, в шкафу. Можно найти большое количество применений на высокой полке. Размер 22 на 15 на 22 сантиметра. Мне понравилось качество исполнения. Полка красивая. Себе такое возьму обязательно. Цена в фикс-прайсе 299 рублей. Следующая новинка относится к новой коллекции товаров в стиле лофт. Это подставка для бумажного полотенца. Она выполнена, как и вся коллекция, из стали и из дерева. Скоро появятся и другие товары из коллекции Loft. Хорошее качество исполнения, смотрится стильно. Цена 149 рублей. Сначала подумала, что это хлебница, оказывается, это подставка с крышкой для сыра. Или по-другому сырница. Изготовитель Россия, торговая марка Унипласт, размер 20 на 11 сантиметров. Еще данную сырницу можно использовать для подачи нарезок, сырной, мясной. А все, что осталось, можно накрыть и убрать в холодильник. Цена новинки 349 рублей. Дальше снова коллекция Loft. Это вот такая интересная салфетница. Тоже выполнена из дерева и стали в белом цвете. Компактная. Единственный момент, дерево не очень хорошо обработано, на мой взгляд. На этикетке можно посмотреть и другие товары, которые появятся в скором времени. На выбор два варианта, это треугольник и квадрат. Цена новинки 62 рубля. Губки в черном цвете, 10 штук, износостойкие и долговечные для мытья посуды. Несмотря на то, что они долговечные, рекомендуется заменить губку после 14 дней использования. 10 штук в упаковке, цена 99 рублей. Очень необычная новинка. Это не что иное, как щетка для мытья посуды с дозатором. Сверху идет небольшой отсек, куда наливается моющее средство. И внизу приделана металлическая губка. Вот не знаю, можно ли ее со временем будет поменять или нет. Просто выбросить. Есть QR-код, можно навести и посмотреть подробную видеоинструкцию. Цена 79 рублей. Понравились вот такие чистящие губки 13 на 9 сантиметров, 4 штуки в упаковке. Все они отличаются цветом. Можно использовать для очищения металлической посуды, решетки, гриль, шампура. Отлично справляются даже со сложными загрязнениями. Цена набора 79 рублей. Ребята, я просто не верю своим глазам. Посмотрите, что снова привезли в фикс-прайс. Это же те самые популярные банки. С бамбуковой крышкой и с ложкой. У меня такие дома есть. Я использую для организации хранения сыпучих продуктов. Вынимаю из заводской упаковки и перекладываю в такие баночки. Это очень удобно, красиво и стильно. Объем банки 900 мл. Это термостойкое стекло, крышка бамбуковая. Есть дополнительная прорезиненная вставка. И отверстие, куда вставляется ложка. Классные, стильные баночки. К покупке рекомендую. Особенно смотрится симпатично, когда таких баночек несколько. Цена в фикс-прайсе более чем адекватная. 249 рублей. Дальше продолжаем всю ту же коллекцию Loft. Поднос сервировочный, квадратный. 24 на 26 сантиметров. Выполнен из бамбука. Это говорит о том, что его сильно мочить нельзя. Просто протереть или сполоснуть водичкой, затем протереть. Можно подавать на нем еду, закуски, нарезки. Цена 299 рублей. Смотрите, какие необычные стаканы. Серия называется «Венеция Неон». С радужной окантовкой, с яркой. На выбор несколько вариантов. Ярко-желтый, неоново-розовый, салатовый и оранжевый. Можно выбрать одного цвета или собрать коллекцию. Изготовитель Россия, объем 200 мл. Цена 55 рублей.
еще одни баночки, тоже из боросиликатного стекла, тонкое прочное стекло, а вот крышка выполнена из пробки. Такая крышка не очень долговечная, она обычно ссыхается и может испортиться. А вот банка хорошая, но без крышки она, в принципе, не сильно нужна. Стильно, красиво смотрится, но, к сожалению, крышка непрактичная. Банка объемом литр стоит 199 рублей, есть побольше вариант. Литр 800 мл, для макарон, для спагетти подойдет. Цена 249 рублей. Кружка из боросиликатного стекла выдерживает высокую температуру, 200 градусов. И внизу идет пробковая подставка. Кружку можно использовать как с этой подставкой, так и без нее. Опять же, выполнена нижняя часть из пробки, и лучше ее не мочить. Объем кружки 480 мл. Горячий использовать можно, кипяток выдерживает. Цена 249 рублей. Оказывается, стопки неоновые тоже есть. Серия Венеция, объем 50 мл. Продаются поштучно, 39 рублей 50 копеек за одну стопку. Новинка в отделе организации хранения – это контейнер универсальный торговой марки «Эконова». Хороший плотный пластик, никакого постороннего запаха. Есть разделители, которые можно по желанию вынуть или передвинуть в нужное вам место. Есть с одной стороны ручка и сам контейнер на колесиках. Если он у вас стоит далеко, вы можете его подвинуть вперед-назад. Очень удобно. Размер контейнера 16 на 30 на 12 сантиметров, объем 5 литров. В этой коллекции бывают и другие варианты. Изготовитель Россия. Классный контейнер, мне прям понравился и качество, и как сделан, и то, что он прозрачный. Цена в фикс-прайсе 299 рублей. Органайзер подвесной, я так поняла, это тоже коллекция Loft. Можно повесить на кухне. И разместить здесь половники, ложки и поварешки. Полностью металлический, размер 30 на 10 сантиметров. Крепится на полку. Самое главное, чтобы потом дверца шкафчика закрылась. Цена 174 рубля 50 копеек. Корейская зубная паста PS Lab Junior подходит для детей возрастом от 3 до 12 лет со вкусом bubblegum. Это корейская паста, удобная с дозатором, объем 200 мл, цена 199 рублей, со скидкой по карте FixPrice 170. Классное складное ведро, смотрите, какое большое в разложенном виде. Оно, кстати, выполнено из плотного пластика, вставки силиконовые, удобная ручка. А вот так ведро выглядит в сложенном виде. Не занимает много места. Можно вертикально поставить куда-нибудь его. Куда-нибудь за стиральную машину, например. Или подвесить на крючок. Объем 10 литров. Состав не пищевой пластик. В хозяйственных целях для уборки или на даче ведро точно пригодится. На выбор в одной расцветке. В белом цвете с такими ярко-зелено-желтыми вставками. Цена 399 рублей. Еще одно ведро пластиковое, хозяйственное, небольшое, на 8 литров. В одном цвете, цена 79 рублей. И есть ведро из плотного пластика, большое, хороший пластик матовый, никакого постороннего запаха. На выбор в синем и сиреневом цвете, цена 149 рублей. Объем 12 литров. Новые тряпки для уборки в рулоне, тряпки из микрофибры. 40 штук в упаковке, размер каждый 20 на 20 сантиметров. Можно использовать многократно для уборки, и тряпки можно стирать. На выбор несколько расцветок. Цена рулона 249 рублей. Ножницы парикмахерские, полировочные. Какие интересные зубчики у них. Состав нержавеющая сталь и пластик полипропилен. Изготовитель Китай, в одной расцветке продаются. Цена 149 рублей. Обновили футляры для очков. Красивый стильный дизайн. В
Футляры однотонные. Подойдут для стандартных очков 15,5 на 6 сантиметров. Вот так выглядит футляр внутри. Приятное бархатное покрытие. Есть в темно-синем цвете и в золотом. Золотой футляр вот так выглядит внутри. Хорошее качество исполнения. Несмотря на то, что сделано в Китае, цена 149 рублей. В отделе декора тоже есть новинки. Появились вот такие симпатичные слоники. Это кашпо декоративное. Не знаю, как насчет использовать для цветов, а вот для различной мелочи, как копилку, например, или ключи сюда складывать, или что-то еще мелкое, даже украшение вполне подойдет. Состав керамика. На выбор есть два варианта. Слон с хоботом вверх и слон с хоботом вниз. Хорошее качество исполнения, красивые слоники. Цена 299 рублей. Копилки металлические, высокие, жестяные. Сверху крышка. Она открывается, поэтому копилку ломать не нужно, чтобы достать деньги. И с другой стороны, она не очень надежная. Кто-то тоже сможет в нее залезть. На выбор два варианта. Цена 99 рублей. Кроме слоников появились еще милые птички. Похоже на свистульки, которые раньше были. Внутри небольшое отделение, можно использовать для хранения украшений, например. Состав керамика. Очень даже интересно, симпатично смотрится. На выбор два варианта, две расцветки. Птички красивые, качество хорошее. Или можно просто дома использовать в качестве декора. Цена новинки 149 рублей. Еще появилось очень много различных вазочек. Самая маленькая ваза называется «Дюна». В нее буквально поместится 1-2 веточки. Много не поставишь. Состав керамика. Такая достаточно тяжелая. Похожа на луковицу. В одном цвете. Цена 149 рублей. Следующая вазочка тоже интересная, как будто сверху налепили песочек, такая шершавая, достаточно большая, высокая. Ее уже можно использовать под хороший букет цветов, тоже из керамики, серия называется Шери. Тоже в одном цвете, цена 299 рублей. И последняя ваза, стеклянная, самая большая и очень тяжелая, будет устойчивая. Серия называется Джанко или Джанко. Толстое стекло, на выбор два варианта. Вот они представлены здесь. Все это выполнено в Китае, все три варианта. Цена вазочки 249 рублей. Надувная фольгированная фигура. Высота 112 сантиметров. Посмотрите, какая красота. Это единорожка. Все, что вам понадобится, чтобы надуть данный шар, это трубочка, которая идет в комплекте. Ну или можно использовать насос. Насосом, конечно, будет быстрее. Только одна единорожка. Других вариантов в этом фикс-прайсе нет. Цена фигурки просто отличная. Всего 149 рублей. Набор текстовыделителей в отделе канцелярии появился. Толщина пишущего узла 1-5 мм. Три текстовыделителя разного цвета в наборе. Цена 59 рублей. Новый гель для мытья посуды. House Hers. Сочный лимон. Три в одном. Написано, что немецкое качество, хотя изготовитель на самом деле Россия. Объем 450 мл, 79 рублей цена. А по карте FixPress еще дешевле, 64 рубля. Еще одна новая упаковка яркого оранжевого цвета. Средство для прочистки труб. 100% результат. Безопасно. Защита и профилактика. Содержит хлор. Цена 59 рублей. Со скидкой по карте 51. Объем 500 грамм. Ну и последняя новинка из этого отдела. Это средство для стирки штор, гордин и занавесок. Эффективно удаляет серый налет, придает приятный аромат лотоса. Объем 250 грамм. Товар тоже со скидкой, стоил 79, сейчас по карте FixPress 68.
Десерт молочный. Трубочка с сахаром со вкусом сгущенное молоко. 180 грамм, 3 трубочки в одной упаковке. Цена 79 рублей. А еще в фикс-прайсе можно купить пухлый кролик воздушное суфле маршмеллоу для того, чтобы пожарить его на огне, на костре. Это можно сделать на природе или на даче. 200 грамм маршмеллоу в упаковке, в комплекте идут еще шпажки. Вкусное угощение и цена хорошая, в фикс-прайсе всего 87 рублей. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Желаем отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!